занимался спортом до аварии и после аварии ты решил? Прямо вот быстро, да, вот восстановился, и через сколько ты вернулся? Ну, вот случилось это происшествие. Вот я, там у меня были друзья, я хотел быстрее с ними встретиться, это. Так получилось, что и самому хотелось заниматься спортом, поэтому как бы открыл второе дыхание и пошел заниматься. Ты говоришь, что ты вот не боялся вот выходить наравне со своими ребятами, с которыми раньше, да, работал. Как вот ты вообще вот эти элементы, вот тяжело было все это заново учить? Ну, были трудности, но я все смог снова изучить. Ну, и меня друзья поддерживали. Всегда болели за меня, кричали, что я молодец, поэтому был стимул. Сомневались родители, идти ли тебе вот в школу? Ты сам настоял, я так понимаю, чтобы пойти вот со всеми вместе в первый класс? Ну да, там были все мои друзья, но некоторые друзья из моего детского сада. Со двора, вот. Ну и там уже было переполнено количество учеников, но я все-таки влился как-то, напросился, наверное. Там чуть-чуть не так. Мы хотели, как скажем, объяснить ситуацию, что мы хотели, думали, после случившегося, что теперь в школу ходить не надо, ну, наверное, будет ему некомфортно, и хотели, пошли к директору, чтобы оформить домашнее обучение, чтобы, ну, вот. Но на директор Ольга Николаевна сказала: идите сюда, пойдемте с нами, приглашайте Костю. Мы пришли, она, у нас там училась старшая дочка, а мы зашли в класс, где она училась. Он говорит: где ты? Она сидела: вот тут. Костя, а ты где бы хотел бы сидеть? Он говорит: вот за этой же партой. Она говорит: поэтому, говорит, приходи, все будет, говорит, хорошо, не переживай, все, и вот дай бог здоровья преподавателям. Вот, и там завуч, ее первый учитель, Ольга Николаевна, директор, вот они убедили прийти на 1 сентября, говорит: вы не пугайтесь, все, пришли на 1 сентября, и вот с этого момента он влился, и все дети его очень там вот сильно оберегали, никого к нему не подпускали в первом классе, с других классов, с первого говорили: это наш Костечка, к нему не подходите, не трожьте его, вот, поэтому и вот там до сих пор он в этой школе, в 13-й гимназии продолжает он учиться. Учителя помогают. Учителя помогают, да, ну, все. Поэтому так. А, Костя, ну, ты вот в бытовом плане всему научился, да? Вот как бы там. Это кроме шнурков, да? Ну, кроме шнурков, наверное, да, могу практически все сделать. Шнурки — это, ну, отдельная история. Ну, мы пытаемся купить кроссовки с липучками чаще. Ну, либо с этими. Ну, либо с крутилками такими, которые, да, затягиваются на ногах. Да, ну, а так вот сам, ну, яичницу готовлю себе, бутерброды, отрезаю колбасу, хлеб. Салатик режу. Могу сам себе чай сделать, могу кофе. Вот твои родители говорили, что когда все случилось, что ты еще их поддерживала, что не только они тебя, но это вот взаимно было, да? Ну да. Я говорю, что у нас все получится, все мы сделаем. Все сможем перебороть. Ну, так вот и получилось, в принципе. У тебя душа взрослого человека, наверное. Думаю, не каждый взрослый бы такой бы на такое смог бы сподвигнуться, чтобы решить вот так, чтобы поддержать свою семью всю. Вот поэтому, да, дай бог ему здоровья, что он такой сильный мужичок у нас растет. Прошло, конечно, столько времени, уже привыкли, как бы, ну, уже во многих моментах ты, ну, уже это, ну, не замечаешь. Через уже, ну, одно, в принципе, ну, все, да, уже, как он правильно сказал, что уже ко всему-то он научился, уже приучился, как правильно, что, где сделать, взять. Вот, поэтому уже стало легче. Первоначально, конечно, было все это тяжело, ну, а сейчас уже и мама также может порой даже забывать, что тут вот так вот получилось, что вот нет ручки. Ну, поэтому, ну, все благодаря ему, что он везде прорывается, везде вперед, учится наравне со всеми сторонами. Ну, конечно, в спорте есть свои нюансы с этим делом. Костя, расскажи про спорт. Ты чем занимаешься? Ну, фигурным катанием и плаванием. Вот, если я про плавание не сказала, получается, мы сначала туда не пошли, но вот папа нашел тренера, который был согласен работать со мной. Я сначала как бы на плавание, ну, не очень хотела идти, но потом как тогда пошел, понравилось, начал чаще ходить, тренироваться, ну, сейчас плаваю хорошо, там на соревнованиях участвую, да. Ты себе сам какие-то вызовы вот бросаешь? Ну, да. Получится, не получится? Например, в определенных стилях плавания я хочу занимать места призовые. Но пока получилось только четвертое место. Цель ставит он на фигурном катании. Вот он уже... Разряд какой у тебя сейчас? Третий спортивный. А до чего хочешь дотянуться? Ну, так и мной есть. Пытаюсь. Есть, ну, цель у меня.
Ну, не все получается пока что. Да, потому что тут, как бы правильно сказать, что надо замах, рука, ну, две руки делать, а тут с одной тяжело. Но даже когда тренера, когда то, что даже он делал, тренера, ну, многих, кто на соревнованиях он выступает, смотрит, говорит, ну, как бы это вообще с одной рукой такое делать, говорит, это очень-таки надо быть таким вот человеком мужественным, стремиться к этому, что этому. Кость, ты говоришь, что вот часто тебе говорят там про мужество, про тебе как вот легче, чтобы не замечали, не говорили про это, или вот приятно все-таки, когда отмечают? Не, ну именно когда один раз спросили, я ответила, мне в этом, ну, как бы даже приятно. Когда начинают много раз это упоминать, мне уж как-то неприятно, чувствую себя не в этом, нехорошо как. Не надо на это, да, набирать, да, вот, ты... внимание углублять. О чем ты мечтаешь? Что прям мечтаю, но вырасти на красный диплом, это закончить школу, поступить в хороший институт. Ну, кого еще я не решил? Ну, зарабатывать много. Молодец. А кем будешь? Не будешь связан? Как не планируешь связывать себя как-то с разработкой, может быть, как раз протезов и что-то такое? Мы думали. Думали на эту тему, да. Ну, вот пока что, ну, вот такие вот, но, ну, пока что вот биология, ну, так себе идет, не надо. Ну, были на айтишника, но пока информатики нету, чтобы туда идти, так что... Понять свои возможности. Ну, в 8 классе уже будем как-то...